Итак, ребята, всем привет! Спустя долгое время мы наконец-то выпускаем видео. И сегодня мы будем снимать челлендж «Попади в правильную коробку и получи 5000 рублей». Погнали! Итак, теперь я рассказываю правила поподробнее. Здесь висит 5 коробок. В одной из них находится 5000 рублей, а в других 4 находится наказание. Мы будем стрелять от этой линии вот этой рогаткой. И у нас снаряды будут в виде шариков для страйкбола. И мы должны в них попасть в любую коробку. Итак, значит, я начинаю первый. Попал. Итак, что это у нас? Я боюсь. Тебе повезло, это просто пустая коробка. Итак, в общем, настала моя очередь производить выстрел по картонкам. И еще забыл сказать, что после каждого выстрела мы меняем расположение коробок вообще разными местами просто. И в чего же ты попал? Лук! Мне придется кушать лук. Да, это табличка с луком. What the f***? Надо почистить лук. Какой невкусный. Я вообще не люблю лук. Если ты его не съедаешь, то натри им глаза хотя бы. Чай, водичку открой сразу. Помнишь? Не запивай. Ну, челлендж. Ладно, здесь-то запивать можно. Поехали. Как яблочко откусил. Ням-ням-ням. Ну и каково тебе? Вкусненько? Угу, очень. Водички захотел попить. О, всем респект. Лук – это полезная вещь. Все, пошли перевешивать коробки. Ты выполнил свое задание. Итак, настал второй этап нашего стреляния по картонкам. Подтягивание, да? Надо подтянуться 10 раз. И давай последний дотягивай. Молодец, просто. Ты смог это сделать. Так, в общем, настало мое время стрелять дальше. Теперь мы добавили 5000 рублей. Да, надеюсь, кстати, ты их не выйдешь. На третьем этапе мы только добавили 5000 рублей. И я постараюсь это выйти. Ой. Штангенциркуль. Это моя победа, 5000 рублей мои, чел, слышь? Собака, собака! Мои 5000 рублей, брал. 5000 рублей! Почему они достались не мне? Итак, я забрал деньги номиналом 5000 рублей Банка Российской Федерации. Они мои. У нас осталось 4 таблички, мы доигрываем до конца. Тепло идет от этой таблички. Я думаю, я сделал правильный выбор. Яйцо об голову. Вот яйцо, а вот моя голова. А вторую часть головы. Не подставляем никого и никогда. Давай я помою голову. Еще остались яйца? Стой, погоди. Да, я сфокусирую. Да вроде нету. Ребятушки, осталось, короче, 3 штуки. И мне надо попасть в самую хорошую. Убил. Пустая, да? Вообще, я такой извините. У нас осталось 2 картонки, и эти 2 картонки содержат 2 наказания.
Так, погнали. 5 минут стоишь в планку. Почему мне спортивные задания? Поехали. God shun the knapsack. Fuck your faggot snapback and hashtags. I'm a backlash and drop bombs like Baghdad. Stop bringing fat fats back and give a fat bitch a fat pat for running a track lap. Congrats, tubby, you lost all of your fat flaps. Now your ass is flat and saggy, dangles like a flapjack. Got some weed, sit back, enjoy you some. Watch this asshole talking shit up at the podium. Show up in class, strapped with a dildo and a load of guns. Screen the new Batman, shoot up the auditorium. Causing pandemonium, roll up in the... Почему? Да все, я уже не могу. Все, давай до 30. Все. О, ну, в общем, Кирилл не смог справиться с заданием. У него оставалось 2.5 минуты. И в итоге он смог простоять те же тоже 2.5 минуты. Все. А им можно даже не стрелять. Я знаю, что там. Там нужно съесть 5 любых предметов, которые я смогу вообще съесть. Итак, мне осталось последнее задание именно как раз для меня. Цифра 5, она означает, что мне нужно съесть 5 любых предметов, которые я выберу сам. Предмет номер 1 – это скорлупка от яйца. Кушай, кушай. Все. Скушал? Так, предмет номер 2. Это будет травка. Я порезался чуть-чуть. Ням-ням. Маленький кусочек листика такого. Блин, ветку тупо есть. На один кусочек. Полноценный обед, дневник еврея. Бесплатный. Давай кусочек луковицы, последочек. Ну я что-то это вообще странно. Давай, давай, маленький кушай. Кусочек. Маленький кусочек. Фу, 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 фу. Ты закончил все свои задания. Видео подошло к концу. Нам было безумно весело. Можете подписаться на канал, поставить лайк под это видео, нажать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Нам будет безумно приятно, если вы будете постоянным зрителем нашего канала. Так что дальше будет только интересно.